Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня четверг, 13 июня, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Вы верите в это? Давайте обратимся к Богу тогда. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Мы благодарим Тебя, Господь, за дыхание жизни, за новый день, за то, что мы смогли встать. И просим, мой Господь, благослови сегодняшний день. Иди, мой Господь, впереди каждого из нас и направь нас. Дай, мой Господь Иисус, нам направление, мудрость. Открой нам, как нам нужно поступать. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем в Твои святые руки. Все, мой Господь, планы наши на сегодняшний день мы отдаем в Твои святые руки. И мы просим, Господь, чтобы Ты нас направил, чтобы Ты, мой Господь Иисус, нам помог во имя Господа Иисуса. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас. Мы верим, что с Тобой у нас все будет хорошо. И всю нашу жизнь мы отдаем Тебе. Поставь, Господь, Твоих ангелов вокруг нас. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити от аварий, катастрофы, проклятия, зависти. От всего негативного. Мы по вере, мой Господь, провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, мы молимся сейчас за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан, благослови, Господь, нашу землю, да будет мой Господь, в нашей стране спасение. Да будет, мой Господь, в нашей стране Твое благословение. Во имя Господа Иисуса. Мы провозглашаем, мой Господь, во имя Иисуса Христа, что наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы верим, мой Господь, что в нашей стране будет исполнена воля Твоя. Во имя Господа Иисуса. Мы молимся, Господь, за другие страны. Сейчас люди молятся с нами из разных точек этого мира. Благослови, мой Бог, Твой народ. Мы молимся за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, мой Бог, все эти конфликты прекратятся. И защити, мой Бог, тех людей, которые находятся, мой Бог, сейчас, там, где идут конфликты, где опасно, защити, мой Бог, их во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мной сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву.
И что он же благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Вы верите в это? Слава Богу! Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Вот что здесь написано в Библии. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 4 главу, 4 стих. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дорогие друзья, Дух Святой направил Господа Иисуса в пустыню, чтобы там он был искушаем дьяволом. После 40 дней и ночей поста, на пределе своих сил, он взалкал. Дьявол не приблизился к нему, пока он был полон сил. Искушение пришло, когда он почувствовал голод. Так написано в Библии. Дьявол появился в момент нужды, предлагая простое и быстрое решение. Так происходит всегда, дорогие друзья. В момент нужды появляется простое и быстрое решение, чтобы ответить на желание сердца. Если бы Господь Иисус подался этому искушению, нам пришел бы конец. Но, несмотря на слабость его тела, его дух был сильным. Видя его ответ, мы понимаем, почему написано, да, не хлебом един будет жив человек. Это сильно, да или нет? Слово Божие было его питанием. Слово придавало ему силу. Слово было ему жизненно необходимо. Оно было его приоритетом. Другими словами, Иисус сказал: «Мое тело хочет хлеба, но я командую, а не мое тело». Да? Я хочу Слово Божие, а не твое слово, дьявол. Он отверг слово дьявола, отверг голос собственных желаний, отверг голос своей души, своего тела. Дорогие друзья, узнавайте Слово Божие, отвергайте голос сомнения, отвергайте слово дьявола и верите в Слово Божие. Отвергайте голос своей души, отвергайте голос своего сердца. Отвергайте желания, которые хотят затащить вас в глубокую пропасть. Укрепляйте свой дух, основываясь на Слове Божьем. И вы увидите, как вы все преодолеете. Аминь. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны, и в ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Я буду укреплять свой дух, основываясь на слове, и не буду поддаваться желаниям своего сердца». Аминь? Слава Богу! Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня 18:30 онлайн-служение «Терапия любви». Мы помолимся за вашу личную жизнь, за восстановление брака. Вы можете присоединяться к нам. И если хотите, напишите нам на WhatsApp или на Telegram, и мы отправим вам ссылку, чтобы вы могли молиться вместе с нами. Хорошо? Пусть Бог вас благословит и всю вашу семью. Дорогие друзья, идем вперед, наш Бог с нами. Он заботится о нас. Хорошего вам дня. С Богом! Я уверен, что нет причины мне переживать, что отчаянию и страху места нет, и покой ничто не может нарушать. Защищен я, драгоценность, что не сможет